Добрый день! Испечем очень вкусное и ароматное печенье, которое понравится всем любителям арахиса. По вкусу оно похоже на арахисовые кольца, но готовится намного легче и быстрее. Беру 120 грамм мягкого сливочного масла, добавляю 100 грамм сахара и щепотку соли. Взбиваю миксером на средней скорости. Добавляю 2 яйца и продолжаю взбивать. Получаю однородную массу. 200 грамм обжаренного арахиса измельчаю в крупную крошку. Можно порубить ножом. Всыпаю орехи в тесто. Перемешиваю. Одну чайную ложку соды гашу уксусом и добавляю в тесто. Частями всыпаю 260 грамм муки и замешиваю тесто. Оно получается не очень густым и липким. Руками, смоченными в воде, формирую печенье. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментом. Всего у меня получилось 19 печений. Выпекаются печенья в заранее разогретой до 180 градусов Цельсия духовке около 20 минут. Арахисовое печенье очень ароматное, рассыпчатое, в меру сладкое. Идеальное дополнение к чаю, кофе или стаканчику холодного молока. Приятного аппетита!